Зайди. Че, никто не умер? Не. А что, надо? Ебать. Эй! Что случилось, а? Сорвал. Не знаю. 10 тысяч было, у босса сорвало, да? БР есть? Нет? Вижу. А ты сейчас это специально делал? Чего? Предупрежден, спрашивал, танки нормальные или нет. Ледяной рев глядит на Ханали и испускает гортанный вой. Что бы это могло значить? Что-то нехорошее. Если пенек размазан. Что-то замышляет. Как он мне бьет? Вместе 40 тысяч. Понятно, что произошло. На танке паралич был. Я прошу кровать, вот. Нет, не покажу. Просто вперед убегите. Ну да, все верно. Запускайте дальше. Треснуть, запускать. А, запускайте. А, я забегу. Так. Чертеж, ролим. ПВЛ 100. Вещи кому-то надо с босса? Раздайте гоф. Щиток только. Да, кто-то знает такой сериал «Аванпост». А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу. Пожалуйста, дайте варм каску кулак. Есть. Кулак. Так, вот, и ты что бафаешь? Ладно, раздам кулаки, раз никто не бафает. Кто первый танчит? Танк, больше так не делай. Смотрел обзор, куда пришел и обоссался просто. Про аванпост про этот. Какая чушь. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Да, да, что ты хочешь? Третью ауру кто-то поставь. Быстрее, герой! Меня отогнал. Да, я сейчас начну. Избивайте каску на меня. Не сбивайте каст, кроме меня. Я его под конец сбиваю специально. Ворота играем. Через ПД захиливаем. Там убегает. Немножко захилил. С вулканчик появится, мы его собираемся. Сержик, убегай. Вот от кости!
Вулкан. Смотрим все вулкан. Давайте сыграли вулкан. Ух ты. Не повезло со стаками. Чешки отдавайте. Лимошка, выбегай. Как всегда, можешь выбор прожать. Снимай дебаф. Залейте мелкий трэш. С рейда выбегай. Синеда захиливаем. Так, надо отвести его. А, можете сбить касс, если хотите. Тем убираем. Эфей. Ну, пока тотемы не уберут, не запускай. Так, счет у нас 64, да? 65. 91. Приступи оттуда. Гост. А запустили босса уже? Да. Видишь, кому-то надо, это надо кому-то. Ну, давай. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Дерион. Так. Вынести танки еще. Мы бросаем. Сержик, спеклись. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Ой, Спинюк, у тебя нету по танку, да? Есть, но там без коней, без чарок. Ладно. Давай, Сержик, будешь танчить Рогу. Лимошка, Ханта. Кирцел. Фурика. Я ДК потанчу. Ну, будете играть где-то у нас. Звездочка. Держи Вуди. А, и тебе Ирел. Ну да, Вуди развесишь, потом метки кого бить. Вот и все. Сказал Ханта, вар же еще не стоит. Что Ханта вар? Ну, вара не назвал, кому танчить. Хант его не танчит. Танчит вара. Так, лимошка танчит Ханта. Сержик, Рогу, Кирцел, вара. Вот так. Ядыка. Все, погнали. Погнали. Перу, кого хоть убивать-то? Давай притяни их, звездочку. Метку видишь там? Да, Сержик. Странно. Ладно, Сержик, держи ДК, я тогда уже руну. Случайно забрал. Геру диспельте. Поставим. Метку на вас поставили. Ну, я позбиваю. Блин, Рога вырвался, короче, сорян. Диван. Бот, наверное, бот. Сейчас попробую забрать обратно. Нормально. Ебать, тебя лагает, пиздец. Дальше. Ставит у них хп.
Лол. На свата идет почему-то. Он же что только не делает. Дальше. Ставь мешку. Шаман поставил. На тебя убил Пет этого ханта, да? Не знаю, да. Здесь пришел ДК и убил. Ну так всегда бывает. Не, почему ДК бегает? Вот вопрос. Ну, потому что рядом. Метку. Поставил. Там еще рога ударил перед ним. Надо убегать как можно дальше от этих боссов. К ним подходишь, они перегибаются сразу. Не, ну я был вроде бы далеко, был со всеми. Рога прожал шаг сквозь тень, протянулся к магу, потом перебежал в рейд уже. Фирги спалили с рейда. Ну-ка, можно. Давайте, он там поставил на Вилона, там меньше хотел. Ладно, да. Присел, потащи двоих. Сержик, а ты чё такой нежирный? Бабу. Я 3 на хп не убивал. Я в уклонении. От магии ты тоже уклоняешься, да? Ну, у него есть особые скиллы уклоняться от магии. Слушай, скажешь, когда добьете? Ладно. Последний наш уже вести. Бомба. Промах сейчас был, хватка смерти. Да. Скорее всего на нее кап Орал я быстро. Полагает здесь. Трофей. Папу приставал. Отошли все. Этого босса порядить. Я потанчу светлую вальку. Сказать, славу, друиды. С минут света там сказать. Сможешь?
Че тут орали-то? Все бьют белую. Если кричит тьма, продолжаем бить. Если кричит свет, берем белую, бьем черту. Дроид, возьми тоже черный. Туалет. Во имя темного. Черной меткой ловите черные шарики, белые не ловите. Берем белую, играем по левую. С белой ловите белые шарики, черные не ловите. А где эти гребаные шары, блин? Играем. Дальше. Как в себе, блин, шары ловили. Да блин, пиздец. Цепт. Ну просто дамажить надо было и все. Ну, с шарами. С шарами дамаг повышается, охеренный буст надо. Да это я знаю. Крошан, ты же умираешь, что ты себя не хилишь? Без этих шаров нормально. С шарами прямо шикарно дамажит. Сируси сложно, наверное, ВК проносить, да? Да и нет, легко проносится. Единственная проблема может составить только это чемпион на 25-ке на ВК. Мы проносим все тоже 50 на 50, нормально. Ну, валькирах просто делают тут не два танка, а 4. Они стоят, ну, рейд посередине, и вокруг них танки. То есть ловят сферы, не дают рейду ловить. Вот. Ну, танки, 4 танка ловят все сферы, то есть, ну как, там белые, вот, то есть танки берут белые сферы, ловят только белые, черные пропускают в рейд, вот, если меняются, то танки ловят черные, белые пропускают в рейд, вот так. Ну понял, да? Чтоб урон меньше по рейду шло. Пафая, знаешь, как здесь хилить? И на ВК еще 25-ки, на нубрикане только один шар сбивается, ну максимум два, ледяной. Все, остальные бегают, шипы воют. Алфай, ты перед последней фазой на боссе раскидывай восстановление на всех РДДшных классах, пистов, магов, локов, сох. Вот. И в первую очередь ход людей, которые получают дебаф. Леденящий холод. Понял, хорошо. Тогда, скорее всего, никто не упадет. Какой-то маг дал мне перо. А он всем тут дал, по-моему. Успел. Лишь одному не дал, он умер. Он заботится о вашей безопасности. Оттуда, да, бывает подлый.
Нас за это ругают очень сильно ДКшников. Если можно, когда восстановление кидать, скажешь. Хорошо. Чистить на кого держит? На БДК или на протопала? У нас нет БДК. Ну, не знаю, мне все равно. У нас не согреть только. Не готовы, погнали. Кулак по АДК дайте еще. И лапу обновите. Так, так, так. Тотем на защиту от природы есть. Видишь, пронизывающий холод 5 меток. На последней фазе в первую очередь нужно заходить. Бежали в эту лужу. Гост поедем на ману. Да, буде. Понедельник. Среда. Возможно. Становимся все под босса. Два протопала только впереди. Сколько процентов уже? 43. 43. Ну, алфа я начинаю уже сейчас раскидывать восстановление. Может 25 восстановлений раскинуть. Потом 5 обмоложений и будем рост на зону. Приоритет захила танки и люди с дебафом. Фаза. Илон мага. Кристалл лука. Блин, сейчас сорян. Это что-то мне сорвалось. Когда вставай, хили. Давай, лимошка, кидай сакру, сейчас пройду. Гост, давай гимна отхил. Убивайте косты. Кирцел, давай сакру. Это там кто-то переагрил босса или это был визуальный баг? Переагрил, наверное. Да, стал он тебе. У меня свернулось окно еще и не смог вовремя перетаунить. Олег, вот можно мне
эту дробяшку. Это Хапал говорит. Да, можно. Ну, или же проклятие демона. Тоши пару или что-нибудь. Роним. Кому надо? Вот это дребяшку говорю. Кто говорил это? Кому надо? Ну да,